утра в налоговой инспекции многолюдно. Дмитрий Резников с женой Екатериной пришли подать заявление по налоговому вычету за обучение в ВУЗе. Молодой человек признается, что в губкинской налоговой он впервые. Встретили отлично, обслужили по первому классу. Вот хотелось особо отметить Рису Алексеевну. Вообще молодец, все грамотно объяснила, рассказала, какие справки еще взять, что не хватает, где что записать. В общем, уходишь с позитивными эмоциями. День открытых дверей стал поводом для приезда в Губкинский Марины Гребенюк, налогового инспектора из Таркасале. По ее словам, губкинцы не очень активно отчитываются о своих доходах. С начала этого года декларации подали чуть более 1500 горожан. В ходе данного мероприятия специалисты налоговых органов расскажут, какой категории налогоплательщиков необходимо представить декларации, сроки представления деклараций, также расскажут порядок заполнения деклараций, какие документы необходимо приложить к декларациям, а также как воспользоваться вычетами налоговыми. Сегодня для наиболее комфортного декларирования созданы все условия. Каждый желающий может подключиться к сервису «Личный кабинет». Специалисты налоговой помогут зарегистрироваться. Услуга полезная и очень удобная, говорят налоговики. Через этот сервис можно не только узнавать актуальную информацию о наличии переплат или задолженностей, но и заполнить налоговую декларацию. На гостевом компьютере есть папка, называется «Программы и бланки». В этой папке именно программки по заполнению декларации. Налогоплательщик может прийти с флешкой, вставить гостевой компьютер. И какой ему нужна декларация? В этом году теперь принимается декларация за последних 3 года. 11, 12 и 13. Может скопировать на свою флешку любую программку по заполнению декларации. Для тех, кто только собирается посетить налоговую, напоминаем, что в апреле в инспекции снова пройдут дни открытых дверей. Для удобства граждан мероприятие пройдет не только в будни, но и в выходные дни. Диана Визович, Ильшат Ракаев, новости Губкинского.